Добрый вечер, коллеги. Меня зовут Дмитрий Назаркин. Я представляю проект «Случайный герой. Курсы по оказанию первой помощи». Сам я являюсь преподавателем курса первой помощи. В связи с этим у меня вот такое направление. Значит, что из себя представляет мой проект? Во-первых, в чем заключается проблема? Проблема заключается в следующем, что граждане боятся, не умеют, порой боятся оказывать первую помощь посторонним людям. Да не только посторонним, некоторые не умеют оказать даже самому себе помощь. Здесь указаны статистические данные, что ну, согласно данным Всемирного общества здравоохранения, частота смертей от установки сердца, в общем, цифры сумасшедшие. Какую цель я ставлю перед собой? Это создать условия для обучения граждан и оказания первой помощи. Что мне нужно для реализации этой цели? Это значит создать информационный ресурс, на котором граждане смогли бы узнать о курсах первой помощи в Самаре именно. То есть где, когда, как проводится, кто проводит эти курсы. Дальше. В рамках этого курса предоставить возможность проверки своих знаний, потому что многие из... Постоянно с этой проблемой сталкиваюсь. Многие говорят, зачем нам нужны эти курсы? Мы в школе ОБЖ проходили, мы в вузах проходили курс первой помощи. А когда начинаешь с ними разговаривать, оказывается, что они а порой не знают просто-напросто. Так вот, для галочки все прошли курсы, да, то все, я прошел курс, я знаю, я умею. А по факту оказывается, что люди не знают и не умеют. Так, ну и в рамках... этого информационного ресурса создать несколько программ обучающих, потому что существуют программы для при ДТП, первая помощь при ДТП, первая помощь в городских условиях, то есть на улицах города, первая помощь на природе, в походах, в каких-то экстремальных ситуациях, то есть везде есть свои нюансы, для этого надо знать их. Так, ну, целевая аудитория этих курсов разнообразная, то есть первую помощь оказывать надо всем, и все могут ее оказывать, поэтому разбил по возрастным группам, то есть подростки, юноши, там, люди среднего возраста и чуть постарше. Так, какой результат конечный, то есть создание моих курсов? Это с числом роста слушателей курсов будет уменьшаться число, сокращаться число летальных исходов от несчастных случаев. То есть даже банально, произошла авария где-то на трассе, человек истекает кровью, пока приедет скорая, он уже может умереть. Приезжающая мимо машина остановилась, и люди, находящиеся в машине, смогли остановить кровотечение, то есть предотвратили смерть этого пострадавшего. Ну, для решения проблемы мне необходимо создать сайт, который на хакатоне был создан благодаря усилиям большой команды людей. Спасибо вам большое. Потому что я сам в этом вообще ничего не понимаю, может, не разбираюсь. Покажете его? Хорошая идея. Сайт, да. Сейчас я вам его покажу. Оп. Вот этот сайт. Ссылка на сайт. Так. Вот такой сайт у нас получился, благодаря команде местных специалистов. Значит, есть 10... Одна минута. А, хорошо. Так, вот, запись на курс, программы курсов, это как раз несколько программ, про которые говорил. Также есть вот тестирование и есть ссылка на эти программы. Обучающие. Ну, в общем-то, наверное, я закончил. Если какие-то ко мне вопросы есть.